Всем доброе утро. У нас третий денечек, и погодка все еще не налаживается. Сегодня вообще даже какой-то туман. Вон вдалеке практически не видно ничего. И похоже, что капает дождь. Хотя показывает, что дождя нет. Да, горы тоже не видно. Все туманом затянуто. Хорошо, что мы на Розу Хутор не поехали. Пойдем сейчас завтракать. И поедем погулять в Сочи. Вот мы уже и на завтраке взяли омлетик, сыр, овощи, сосиски, колбаска, масло, запеканка очень вкусная, сгущенка, яблочко, апельсинчик, булочка, кофеечек. Надо, ведь еще гречку взяла. Мы в отеле Галатель Адлер. Вот такой вот скромный, но вкусный завтрак. Приятного нам аппетита. Дела с погодой обстоят такие, что на улице мерзкая мороз. Фу, блин. На водопад не сгоняешь. Поедем смотреть Сочи. Места, которые не видели. Надеюсь, не заболеем. А может быть, еще в киношечку сходим на Mortal Kombat. Не знаю, посмотрим. Вот так вот. О, у тебя прям все подходит. У тебя прям подходят штаны, балахон и зонтик цветом. Ой, я смотрю, кто-то довольный. Все лучше, чем на работе, да? Время как раз там около 9 утра. Понедельник. Ну, пусть солнца нет, зато мы в Сочи. Да, вот такая вот красота у кого-то. Деревья там, пальмочки, цветочки. А мы решили идти на остановку, чтобы доехать в Сочи. Идем не влево, как мы обычно идем. А пойдем вправо. Вот какая тоже агава огромная, капец. Пойдем вправо на остановку. Не знаю, куда мы там придем, там какие-то развязки. В общем, погнали. Буквально за 10-15 минут от нашего дома, от нашего отеля, мы дошли до ЖД вокзала Адлера. Тут все новенькое, красивенькое. Действительно, у нас аэропорт в Воронеже хуже, чем здесь вокзал. В общем, идем на остановочку через ЖД вокзальчик. Дождик вроде прекратился. Я думаю, он весь день так будет накрапывать. Здесь, кстати, масочки просят одевать. Наверное, единственное место, где можно одевать маски. Вот мы и добрались до железнодорожного вокзала Сочи. Заняло у нас это около... Сколько сейчас время? Наверное, около минут 40. Плюс там пробка чуть-чуть была. И автобус у нас какой-то объездной. Мы через много очень туннелей ехали. Поэтому я думаю, что мы не очень долго добирались. Проезд так я и не поняла, сколько с нас сняли. Мы картой оплачивали. Ну что, пойдем гулять, смотреть, любоваться. А это из группы Иванушки. Хэштег «Потри рыжего». Не знаю, может быть, надо сфоткаться. Дым идет из камня у него. Такое вот отделение Почты России. Как сказал Давид, не то, что у нас сарай. Да у нас и в центре сарай. Ужас, со стен все валится и из потолка. Я, конечно, не знаю, как там внутри, но снаружи очень даже неплохо. Еще пальмы такие крупные, красивые. Красотень. А мы держим свой путь в парк Ривьера. Не были там в тот раз. Пойдем на ту сторону. А нам не на ту сторону, нам на эту сторону. В общем, держим путь в парк Ривьера. Река Сочи. Глянь, там даже на серединку можно выйти.
Но это не точно. А вон мост, смотри, какой маленький. Обычный. Да. А вон у нас виднеется уже парк Ривьера. Здесь какие-то строительные работы идут. Реконструкция набережной. Реконструкция этого пляжа Ривьера. Пальмы кругом. Идем к Ривьеру. Ну вот мы и добрались до парка Ривьера. Основан в 1898 году. Ничего себе. А часики-то ходят. 11.05. На них 11.05. А ты видишь, что они ходят? На них 11.05. Ничего себе. Пойдем в сам парк смотреть, что там интересное. А здесь можно посидеть. Wi-Fi-чик работает. Можно, да, зарядить телефончик. Ну, или что там вам нужно зарядить. Удобненько. Развлечения всякие. Космонавт. Сегодня, кстати, день космонавтики. Поздравляем вас с этим праздником. Галерея выставок, дом великана. Воздушный шар. Вон черные дрозды, наверное. Это такса. Такая вот экспозиция, что сидят все в телефонах. В парке имеется туалет. Бесплатный. Также какие-то вот для детей развлечения. Киса вон стоит. Зеркальный лабиринт. Когда жарко, наверное, можно здесь поболтахаться. Детям, наверное. Вон какой-то пиратский корабль. Короче, тут куча развлекалок, да, дельфинарий здесь есть. Зоопарк Рио. Какие-то вот стрелялки и прочее. Океанариум, комната смех, там зеркала, наверное. 50 рублей стоит. Снова тюльпаны, снова все в цветах. Дом перевертыш. Колесо обозрения. Колесо со старинными кабинками. Аттракционы, которые, наверное, готовят к сезону, пока что не работают. Вот мои. Прогулялись по парку Ривьера. Ну что сказать, делать тут особо нечего. Если у вас ну прям дофигища времени и совершенно не знаете, чем его занять, то можно вот как мы прийти прогуляться, почему нет. Красиво, деревья, цветы. Ну аттракционы, такое себе удовольствие. Более детские, если у вас есть дети там, и вы готовы на них потратить на эти аттракционы кучу денег, потому что каждая стоит по отдельности билет, надо покупать там в дом смеха, в дом страха, какие-то там еще дома, плюс карусели разные. В общем,
все стоит денег на всем. Если покататься, то, я думаю, выйдет приличная сумма. А так, вот действительно, если совсем делать нечего, на долгое время приехали. Если приехали на неделю, то не надо тратить время, делать тут нечего. Лучше заплатить денег, сходить в парк, например, Южной культуры. Или, возможно, в дендрарий, но мы пока что в дендрарии не были. Ничего не могу сказать, но в парке Южной культуры намного красивее. Но там нет развлекаловки, там нет вот этих вот батутов и прочего. Зато там очень красиво. Мне, например, больше интереснее, что красиво, нежели вот эти вот дома страха и смеха. В каждом свое. Керчь, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, Сухум. Я нашла Батуми. Давид. Батуми, Трабзон. Тут, оказывается, рыба есть. Вон какая огромная, рыжая, белая. Там вон удочки. И вон мелкие. Это, кстати, искусственный водоем, который создан в 1963 году в форме очертания Черного моря архитектором Кириченко. Вышли мы из парка, нагулялись. Еще раз вывеска. Ракушечка с часами. Смотри, какой огромный. Что это такое? Есть? Фонтанчики там. Не знаю, что это, какое-то дерево. Непонятно. Огромнейшее. Ну что, пойдем к набережной? Пойдем. Мы пойдем в сторону набережной. К морпорту. Вот мы и пришли к морпорту. Интересно, вот это не глициния или случаем растет. Здесь такая красота будет. Если это глициния, если мы успеем. Тут вот рыбалочкой люди занимаются. Уточка плавает. Предлагают прокатиться на яхте. Значит, прохладненько. Будем ждать, пока потеплеет. Хотите индивидуально? Недорого. Чья-то собачка, может, не чья-то. Да нет, наверное, не чья, просто шинь. Пес. Это у нас кооперативный сквер. Там вот сакура, черешневый сад. Белые уже зацвели, это черешенки. Сакура еще не зацвела. Женщина нам сказала, что это смешанные черешни с сакурой. К концу апреля, говорит, зацветет. А в том году в это время уже все цвело. Немножечко холодный в этом году апрель. Очень жаль. Ну, возможно, еще приедем сюда. Что делать? Ну, в смысле, в конце апреля. Может быть, уже зацветет, потому что белые-то цветут уже. Также и глициния пока не зацвела. А там вон такие огромные пальмы. Идем обедать в Макдональдс. Ну что, сегодня мы обедаем в Макдональдсе. Хватит уже есть хинкали. Что там у тебя? Хинкали, наверное, как его зовут? Черный соус. Хотя оно и то вредное будет. Конечно. Все, в общем, приятного нам обеда.
выходя из собора, попадаем сразу в Приморский парк. Там какие-то работы ведутся. Где-то мы уже встречались. Да, Гурских водопадов. Парк весь ремонтирует, готовит к сезону. Пойдем вон вниз туда. Ау. Его, наверное, откопали вон и притащили сюда. Ну, хочешь сюда. Съезди, проверь, да. Проверь. Ну, что-то как-то неохота, да? Ну, мы сейчас как раз едем. Гляньте, какие-то баси, ой, эти фонтаны. А, вот реконструкция фонтана концертного зала фестиваля. Прикольный, наверное, фонтан. Жалко, не работает. Вишенка так пахнет сильно. Такой запах вкусный. Тут все. Реконструкция идет. Деревья попадали. Сколько они там лежат уже. Солнышко пытается вырваться. Зашла я, попробовала водичку ногами. Ну, естественно, она ледяная. Но так сильно ноги не сводит, как зимой. Я думаю, немножечко она стала потеплее. Прогулялись мы по набережной. И вот поднимаемся вверх к Зимнему театру. Пойдем посмотрим. Там около Зимнего театра парк. Тоже маленький. Где? Вот. Правда? Ну да, ну это же она. Маленькая. Если это она, то она очень маленькая. Это каштан, нет? Чё? Это не каштан? Да, я понял, что это. Вот мы пришли к Зимнему театру. Это парк, сквер, наверное, возле театра Зимнего. Вот это бы, если все цвело, да, классно было. А, она на каком-то... Вокруг нее камни. Пальмище огромное. Звездная аллея. Мы пришли в сквер около Зимнего театра. О, магнолия. Должна цвести глициния. Это вот эти вот фиолетовые красивые грозди лианы. Но, к сожалению, из-за плохой погоды в Сочи глициния все еще не зацвела. Это какая-то вишня. А, не написано? Нет. К сожалению, из-за плохой погоды глициния еще не зацвела. Но это было бы очень-очень-очень красиво. Зато мы успели увидеть магнолию. Бананы, да? Ну да. Может, они цветут, бананы так? Ну там цветок. Вообще-то банановая пальма. Киса. Руководила им, надо китикета было с собой купить. Я не знала, что киски здесь есть. Такие хорошие кисочки. Красивые кисочки. Малышочек какой-то. Это мейн-кун какой-то, Давид. Он похож даже. Колтуны у него. Малыш, колесик, пушистик, ласковый. Что тут у нас? Уголок фитофантазия.
Чувствуешь запах? Какими цветами пахнет? О, у меня вот такие вот на окне росли. На подоконнике, в плошках, в смысле. А вот дерево, которое, на котором растет глициния, которая, к сожалению, еще не расцвела. Тут такая красота должна быть. Птицы повсюду поют. Мы вот шли и пришли к цирку, к сочинскому. Фонтан здесь какой-то, он так себе. Фонтан со скульптурой клоуна. Ну, такое себе. Не очень. Не впечатляет. Идем, гуляем. И снова магнолия. Мы пришли в сад российско-японской дружбы. Пойдем посмотрим, что тут интересного. Бамбуки. Пальмы. Камни. В общем, такой небольшой сад. Много очень парков, скверов разных, все озеленены. Приятно прогуляться, люди ухаживают. Вот пришли посмотреть, как рыбку ловит. Вон мужик целый пакет рыбы наловил. Чувствуешь запах рыбы, да? Да. Что запутывает все голову. Что там, рыбка? Опа, рыбка. Я спрашиваю у этого, а вы на что ловите этот? На удочку. Шутники. Наш ужин в какой-то шаурмичной. Егерфуд он называется. Как Егерфуд? Да. Егерфуд. Вот такая вот шаурмичка. Сейчас будем пробовать. Дождались мы подсветку пальм. Такая вот красота вся аллея. Ой, звезды. Теперь нам нужно идти на вокзал, чтобы доехать до вокзала Адлера.
Вечером прям прохладненько, я подмерзла. Так что будем ехать домой. Мы сегодня устали целый день, гуляли около, наверное, опять километра 23 сегодня находили. Будем отдыхать, смотреть погоду на завтра и думать, куда же ехать. Если будет более-менее, то, возможно, даже на водопад. Но еще точно не можем сказать, не знаем, потому что погода очень переменчивая. Сегодня показывала дождь, а сегодня даже солнышко выходило. Если вам нравится наше видео, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в новых видео. Всем пока!